театре кукол премьера. Для маленьких зрителей подготовили спектакль «Терешечка» одноименной русской народной сказки. Автор инсценировки, режиссер-постановщик, заслуженная артистка России Елена Иванова. Пока это генеральная репетиция, но уже не в пустом зале. Рождение спектакля – это когда актеры на сцене, а зрители в зале. Конечно, очень волнуются наши артисты, потому что в этом спектакле заняты молодые артисты нашего театра. Кто-то работает первый год, кто-то пятый год, кто-то немножко побольше. Но это компания артистов, которые хорошо себя заявили в концерте «Без лишних слов» или «Игра во все руки». То есть у них слаженный уже коллектив, поэтому вот на молодых актеров поставлен этот спектакль. Сюжет сказки зрителям наверняка хорошо знаком. Жили-были дед да баба, и все бы хорошо, но не было у них детей. Плохое наше житье-бытье! Ой, состаримся мы, дед, а воды подать некому! Некому! Вот состаримся мы, бабка, а вот каши сварить некому! Некому! Некому пол подмести! Некому! Некому печь затопить! Некому! Ой, доживем лет до ста! А Люлька пуста! Но случилось чудо, и появился на свет мальчик, Терешечка. На примере главного героя маленькие зрители научатся не теряться в сложных ситуациях, проявлять смекалку и сообразительность. А для взрослых этот спектакль послужит очередным напоминанием. Нельзя оставлять детей одних, без присмотра. У нас не очень много сказок русских народных, поэтому очень рада, что вот новая сказка, новый спектакль с русской тематикой появляется у нас в нашем репертуаре. Конечно, дети должны с самого маленького возраста знать и наши традиции, и наш фольклор, и костюмы здесь вот такие стилизованные будут под фольклорные. Я думаю, что и музыка тоже. Нам кажется, это очень важно в воспитании маленького человека. Спектакль «Терешечка» – это премьера не только для труппы и зрителей, но и для композитора Ивана Богомолова, нового заведующего музыкальной частью в театре. Широкой публике премьеру представят уже в ближайшие выходные – 3-4 марта. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.